Свыше 500 миллионов рублей – таков долг управляющих компаний из Новой Трехгорки за ресурсы. Об этом сообщили муниципальные власти во время инспекции на местную котельную. Все эти дни мы проводили встречи с «Газпромом». Встречи были тяжелые, так как долги накопились не за последний период. Они уже, компания давно не платит за газ и не рассчитывается. В целом скажу, что обстановка тяжелая в Новой Трехгорке, потому что общий объем долгов перед ресурсниками управляющих компаний уже перевалил отметку полмиллиарда. Глава района Андрей Иванов посетил котельную и пообщался с местными жителями. Властям пришлось пойти на серьезные меры для того, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию. На личном контроле ее держал министр ЖКХ Московской области Евгений Храмушин. Инспекция показала, что оборудование в этой котельной действительно в полном порядке. А значит, к проблемам с водой привели исключительно финансовые причины. Администрация Одинцовского района успешно разрешила эту проблему, и 31 августа в Новой Трехгорке снова появилась горячая вода. По итогам переговоров с ресурсниками долг управляющей компании был реструктуризирован. Погашать его будет Одинцовский район и Московская область. Жителям Новой Трехгорки я рекомендую задуматься в управляющих компаниях, о смене управляющих компаний, потому что мы видим, что реально те люди, которые собирают деньги с населения, они просто обманывают. Глава района отметил, что в офисах управляющих компаний уже работают правоохранители. Проводятся изымание и изучение документации. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».